Одним из примеров является Сандугаш Ахметова. По ее словам, сидя дома, можно заняться бизнесом. Для этого не обязательно обладать излишним достатком. Самое главное – иметь цель и стимул. Для каждого, кто хочет начать свое дело, существует поддержка государства. Достаточно пройти спецкурсы и составить бизнес-план. Если план окажется выгодным, вы можете получить безвозмездный грант или кредит. Сорокашестилетняя Сандугаш Ахметова, мать-одиночка, воспитывает 4 детей. Своего жилья у женщины нет, нигде никогда не работала. Шитьем увлекалась еще в детстве, поэтому решила пройти курс шитья. Затем приняла участие в бизнес-конкурсе «Атамикен Стартап» и получила безвозмездный грант. Размер вознаграждения составил 500 тысяч тенге. На эти средства Сандугаш приобрела несколько швейных машин и занялась пошивом изделий, на приданное девушкам. Да, я машинка F4. Машинку F4 я купила за 149 тысяч тенге. На остальные деньги приобрела машинки Джаноми. Они мне обошлись по-разному. Одна в 90, другая в 70 тысяч тенге. В общем, на все потратила 505 тысяч тенге. Мне заказывают полные приданные для дочерей. Есть также клиенты, которые въехали в новый дом и хотят новые, вплоть до одеял. На все изделия я добавляю казахский национальный орнамент. Лекала делаю своими руками. Сама же их пришиваю. Вся моя работа делается на дому. Сегодня Сандугаш мастер своего дела, шьет одеяло, курпе, подушки и многое другое в национальном стиле. По ее словам, это ремесло сейчас пользуется большим спросом. Заказов много, но на рекламе не заморачивается. Девиз – производство качественной и красивой продукции. В результате увеличивается количество потребителей. На протяжении долгих лет женщине приходилось нелегко, но она не теряла надежды в лучшее. Теперь ее дела идут в гору. Вообще, мой проект я начинала как изготовление приданого. По нему строила бизнес-план, открыла ИП. После целый месяц проходила обучение при Атамикене. Презентовала свой бизнес-проект и выиграла грант. За такую возможность от государства выражаю большую благодарность. Думаю, все, кто хочет начать свое дело, нужно не бояться. Первое, что необходимо, сходить и получить консультацию, рассказать о своих планах, и вы обязательно получите поддержку. Еще один девиз Шви – не стоит терять время впустую, когда можно заняться чем-то полезным и прибыльным. Теперь у нее в планах сформировать свой бренд. Есть идея создать уникальные, неповторяющиеся одеяла и курпе. Для реализации новых идей Сандугаш готова работать круглосуточно. В планах получить жилье, участвовать в государственных программах и расширить свой бизнес. Артур Уапов, Галамжан Урынов, телеканал Актобе.